окружили меня. Ждут. Увидели, что я иду с контейнером в сад. Осень. А зачем я иду в сад? Не знаете? Компот надумали сварить. Ну, мы еще варим компот, еще я пью его. Пока еще есть чего. Там остались яблоки, груши в холодильнике. Ну и для полного счастья еще хочу нарвать пироканты и рябины. И вот иду в сад. Ну как, хотел сам сходить, а потом думаю, ну ладно, возьму, пусть пошелестят травой. Ну и заодно посмотрим, что здесь в саду, как изменилось. Деревья сбросили листья, но не все. Вот тамариск, например, не сбросил. Видите, вот они такие пушистые елочки. Вот они. Ну, уже начинает вот желтеть чуть-чуть. А мне надо просто добавить ингредиентов. Вот макуни еще можно нарвать. Ее тоже можно есть, у нас съедобная. Ну, а я иду за рябиной. Бульдожки разбежались. Мирка побежала рыбу ловить. Марсик за ней. Пойдем со мной. Кто пойдет со мной, тот получит рыбьего корма. Видите, какие уже деревья стоят, пожелтевшие. Вот это рыбий корм. Видите, какой стимул. Только сказал слово рыбий корм. И какая реакция. А так-то уже все пожелтело. Мирка, вот надо ж мне прям сесть передо мной. А вот тютина не сбросила листья. Хотя листья, гляньте, какие. Вот. Видите, какой листик. Это средний лист. Средний. А есть еще больше. Вот она их с трудом сбрасывает. Были морозы уже, два дня были морозы, и, видите, пожелтели листья, но тополя еще не сбросили. Катальпа еще не сбросила листья, сиреньки не сбросили. У нас бывает, что в эту пору сиренька еще и цветет. Жорик, жорик, понимаете? Любимое место. Вот он любит шалаши. Наблюдаем за ним. Все углы проверит. Жорка. Ну что, нравится тебе? Он шалаш любит. Марсик, он издалека наблюдает за ним. Вон он с Миркой. А Жорик, он обойдет все углы в шалаше. Иногда прихожу, он лежит в шалаше и отдыхает. Может, представляет, что это розовые подушки. Ну что, остаешься здесь или пойдешь со мной? Вот я иду к рябине. Не знаю, что с ней после мороза стало. Ну, хочу добавить компот. Ну что тут, Кузя? Где он? Вода, видите, какая прозрачная. Красные рыбы видны. А Кузя, он же не красный. Его плохо видно.
Нельзя покрасить в красный цвет. Вот он. Будет виден тогда как хорошо. Вот. Или в белый, как жорик. Ну, не видать его. Еще и солнце отсвечивает. А вот и моя рябина. Буду рвать. Взял неудобную эту штуку. Она была ведерко. Я бы ее на палец повесил бы и ходил бы, снимал. А теперь неудобно. Теперь у меня две руки заняты. Одна камера занята, другая контейнером. Рябина. Она всегда была такая кепкая. Ну, для вкуса пойдет. Сколько ее здесь? Ну, много тоже не надо. Ну, еще вот немножко сорву. Ну что, я вам обещал? Пошли. Ну, Кузя. А может, он в яме сидит. Ну, ждать, пока он проплывет мимо. А он теперь сейчас медленно плавает. Чем холоднее вода, тем медленнее двигается рыба. Ну, вот она. Какая-то, видите, длиннохвостая красавица. Похожа на белохвостиков. А может, это она и есть? Знаете, какой хвост. Может, она и просто в яме была, сидела. Сейчас всплыла. Ну, а все уже подбираются к заветному ящичку. А здесь у нас что у нас тут? Инжир. Но он никак не может заснуть, не сбрасывает листья. Видите, даже плоды есть. Вот некоторые листья ударило морозом, вот видите, прибило. Ну, всего один и все. Ну, три. А остальные держатся, хотя и открыты двери, и все. Но здесь... Видимо, теплее за счет того, что накрыта крышей теплица. Ну, как бы. Вот видите, она не дает ему заснуть инжиру. А мы хотим пересадить. Вот видите, уже обрезали его и готовим к пересадке. Но сейчас пока еще рано. Пусть засыпает. Ну что ты, ждешь корма, когда я дам, да? Марсюха. Ну обещал же, что ж поделаешь. Обещание надо всегда выполнять. Мира! Вот он всем. Только я в разные стороны буду. На! Мира! Мирка! Мира! Где это Мира? Компрессор включился. Сейчас туда будет воздух подавать. Она опять там рыбалит. Это Мира. Ну ладно, мы пойдем.
пошли. Пошли домой, все. Жорик, дай. Не наелся, не налижешься. Давай. Надо было быстро. Ну, жду тебя. Все, пошли. Пошли. Ну, где это, мадам? Ну, давайте пройдем вот так, по центральному входу, по центральной дорожке. Мимо дуба. Красный называется дуб. У него листья должны краснеть, но они почему-то бронзовеют. Видите, какие? Вот, вместо красного цвета цвет бронзы. Так и люди есть, бронзовеют. Получит какую-нибудь должность. Был Вася Пупкин, а стал сэр Пупкин. И забронзовел. Ну вот после мороза у нас, видите, что здесь. Ну это на компот не пойдет. Перчик остался. Его много, никто не ест. Ну, посадили с запасом. Ну, потом мы его соберем и курочкам отдадим. У Миши есть курочки, у сына. Ему отдам. А Мишка там, на пруду. Она уверена, что поймает рыбу, и это будет покруче, чем съесть щепоточку рыбьего корма. Вот еще яблочки висят. Кое-какие. Вот так уже сад засыпает. Ну вот еще калина. Ну калина кислая, не хочу я в компот. А то потом челюсти сведут. Жорик, не ходи. Вот он любит ходить там, где трава посажена, и там, где что-то накрыто, и там, где вскопано свежее, там надо обязательно поковырять. Вот она, мадам, как я ожидал. Пошли домой. Все, пойдем, хватит. Рыбачка. Да я знаю, что ты всегда со мной идешь. Ты единственный, кто ходит 100% по мосту. Вообще никакого страха нет. Марсик, закругляемся, все. Мирка, идем на выход. Быстрей. Мира, там тебе сюрприз ожидает. Так, пошли. Ну вот еще раз покажу. Тамариск, видите, какой красивый. Но это не вечно зеленое растение. Это листопадное. Но похоже на елочки. Рыбка вся ушла на дно. Мира, рыбка ушла на дно. Все. Да. Я, конечно, могу поднять рыболовушку. Может быть, тебе повезет? Давай. Если повезет, значит, ты съешь рыбку. Если мне повезет, значит, рыбке повезет. На этот раз повезло рыбке. Пошли. Пойдем, все. Ну и как обычно, те, кто смотрит давно канал, знают, что мы всегда заканчиваем наш поход в сад пирокантой. И я угощаю всех щедро. Ну, сначала нарву себе на компот. Она тоже сладенькая. Вот она, пироканта. Но она колючая.
И рвать ее надо осторожно. Вот так. Угу. Вот. Ну и надо же еще... И... Ой, чуть не уронил, не выскользнуло. Надо же еще и им дать. Нате, ешьте. Сейчас сниму. Нельзя ставить, тут же подбегут. Так, вот я нарву. Видите, какая? Вот так. Ну, я думаю, что мне хватит на компот уже. Выходим. Все, нарвал. Ну, поскольку Мирка пролетела у нас с рыбьим кормом, я всем дал. Она там. Иди сюда, Мирочка. Мира. Мира. Зови Миру. Мирка! Мирка! Мирулька! Ты где? Обиделась, что ли? Мира! Мира! Ты что, обиделась? А ты думаешь, я что, забыла тебе? На! На тебе рыбьего корма. Ешь. И тебе, Лерик, на. И ты ешь. И тебе, Жорик, на. Всем. Всем дам. Я так скажу, земляне, перед рыбьим кормом все равны.